Привет, друзья! Сейчас вы увидите очередную подборку товаров, которые вы сможете купить на сайте AliExpress по ссылкам, которые вы найдете в описании под видео. Поехали! Прикольный силиконовый заварник для чая, который выполнен в форме смешного человечка. Штаны у него выполнены из безопасного пищевого силикона. Туда вы засыпаете чай и вешаете человечка на бортик чашки. Выглядит, как будто он отдыхает, еще больше расслабляя вас во время чаепития. И красиво, и удобно. А вот интересная головоломка, которую можно использовать в качестве небольшого тайника и прятать туда что-нибудь маленькое. Этот ящичек не так-то просто открывается, поэтому даже можно поспорить с другом, откроет ли он его за определенное время или нет. Чехол для телефона. Картинку вы сможете собрать своими собственными руками. Теперь вы хоть как-то сможете скоротать время на уроках. Силиконовые формы для рюмок из льда. Ледяные рюмки отлично украсят ваш стол. Подойдут для любых крепких напитков. Выглядит очень круто, а пить из таких рюмок очень необычно и прикольно. А это стул. Или рюкзак. Как вам удобнее. Рюкзак для туристов и рыбаков. Очень нужная и практичная вещь. И вещи есть куда сложить и присесть, если устал, когда пришел на рыбалку. Этот рюкзак однозначно лишним в хозяйстве не будет. Все мы любим своих домашних питомцев. Но как же сложно бороться с постоянно выпадающей шерстью, которая остается не только на вещах, но и по всей квартире. Массажная перчатка для вычесывания шерсти True Touch. Прекрасное решение. Она позволит вам без всяких усилий удалить старую шерсть и сделать нежнейший массаж вашему питомцу. Удаляя старую шерсть, вы способствуете росту новой, здоровой шерсти. Процесс доставит вашему любимцу несказанное удовольствие, а его шерсть всегда будет выглядеть красивой и блестящей. Игрушечный пистолет «Русская рулетка». Просто вставляете в него воздушный шарик, подносите его к голове и жмете на курок. Лопнет или нет, это уже как повезет, но ощущения от лопнувшего шара возле вашего уха будут неприятны. С таким пистолетом можно весело провести время, играя в разные игры, а наказанием будет один выстрел. Цена очень доступная. А для тех, кто любит покушать сладенького, на Али я нашел мини-аппарат для приготовления сладкой ваты. Имея дома такой аппарат, вы всегда сможете быстренько приготовить себе вкусняшку, при этом имея хоть немного сахара или леденцов. Также можно и соседей угостить сладкой ватой. Теперь любой, у кого есть смартфон, может стать оператором. Если вы хотите снимать по-настоящему качественное видео, то вам понадобится стабилизатор для телефона. Наверняка в своих записанных видео вы замечали, как дрожит картинка. С этой штукой вы можете забыть об этом. Он универсальный. Для начинающего блогера нужна вещь. Микротелефон с сенсорным экраном. Это самый маленький телефон в мире. В нем есть слот для SD-карты и SIM-карты. И даже встроенный Bluetooth. В такой малютке есть функции пульсометра, датчик освещенности и шагомер. Работает кроха на Android. А встроенный 3,5-миллиметровый разъем для наушников позволит слушать музыку. Отличное устройство для связи размером меньше коробка спичек. А для тех, кто любит посидеть или полежать в кровати с ноутбуком, на AliExpress есть интересное изобретение в виде такого вот столика, на который можно поставить ноутбук, кинуть пару газет и поставить чашку чая с бутербродами. С таким набором ваше лежание в кровати превратится в праздник. Ведь что еще нужно для счастья? Кто из вас не просил у родителей в детстве монетку,
чтобы достать из автомата игрушку. Благодаря этой уменьшенной копии, вы можете вспомнить былое время. Еще это неплохой подарок для вашей подруги или девушки. И будьте уверены, купив его, вы точно не прогадаете. Дальше очередной крутой гаджет от фирмы Xiaomi. Это термос. Называется он Kiss Fish. Его емкость 525 мл. Он выполнен из нержавеющей стали и имеет софт-тач покрытие. Главная фишка такого термоса – это то, что он может измерять температуру жидкости внутри. Цена доступная. А это супер миниатюрная Bluetooth гарнитура. Она имеет совсем крошечные размеры. Работает около 4 часов в режиме разговора и около 160 в режиме ожидания. Время зарядки гарнитуры 1,5-2 часа. Версия Bluetooth 4.1 подключается к телефону на расстоянии до 10 метров. Очень даже неплохая гарнитура за свои деньги. Любите побаловать себя чашечкой, а может быть и двумя самого вкусного ароматного кофе по утрам? Эти трафареты сделают ваш домашний кофе еще вкуснее, аппетитнее и красивее. Завариваешь капучино, ставишь трафарет на чашку и просто сыпешь сверху теплый шоколад, орехи или корицу. Теперь ты знаешь, как работает магия в кофейнях. На сегодня, друзья, у нас все. Если тебе понравился какой-нибудь товар, то напиши, пожалуйста, об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал и жмакайте на колокольчик. Покедова. Йоу.